BlackBerry 98 Бумара сегодня у меня. Замена шлейфа. Стоит это 20 евро по Европе. Клавиатура горит. Экран ничего не показывает. Постоянная проблема этих телефонов — это замена шлейфа. Очень часто рвется. Причем проблемы могут быть разнообразные. Не только погасший экран, вот как у меня, да, горящаяся клавиатура и погасший экран, но и красный светодиод вверху, в правом углу экрана, мигающий. Там, не знаю, нерабочий верхний динамик. Вот так вот выглядит шлейф. Достаточно большой. С датчиком. С разъемом для кнопки Home. Итак. Снимаем крышку. Батарею. Разбираем телефон, снимаем 4 одинаковых самореза в задней части. Вам понадобится мелкая отвертка на Т2 для разбора этого телефона. Итак, сняли 4 самореза, далее снимаем вот таким образом панель. Рамку, точнее, вот тут вот. Здесь еще 2 самореза под ней. Снимаем панель заднюю. Тут защелка у нас. Снимаем наклеечку. Те самые маленькие болтики, про которые я говорил. Т2, отвертка на Т2, на Т3 подойдет. Такого золотистого цвета. Сняли, отложите их в сторону, чтобы не мешать с другими. Снимаем шлейф, разъем шлейфа, который мы будем менять. Еще один разъем шлейфа, кнопок, клавиатура, антенна. Вот таким образом стегнули ее. Положили в сторону. Снимаем вот эту выдвижную панель, которую мы открутили. Далее. Два синих болтика внизу. Два черных в самом низу, которые крепят вот эту пластиковую рамку. Вот мы ее снимаем. Под ней находятся разъемы. Далее, друзья, два серых болтика посередине. Очень легко свернуть головку у них, поэтому будьте аккуратны. Вот он шлейф, который мы сейчас с вами поменяем. Достаточно потертый. Изломов я пока не вижу. Итак,
Сейчас нам с вами необходимо снять стекло, включаем фен. Включаем фен, ставим температуру 350-400 градусов. Достаточно сильно оно приклеено на двусторонний скотч. Разогреваем. Стекло нам нужно снять, необходимо снять для того, чтобы открутить еще два болтика верхних. Они вот здесь вот находятся наверху, под стеклом, под тачскрином. Разогрели, аккуратно снимаем. Тянем по периметру. Итак, приподняли, остался верх у нас. Вверху придется прогреть еще раз. Силу применять не надо, потому что вверху у нас находится сам шлейф тачскрина. Можно снять, чтобы не мешал. Таким образом приподняли. Можно стекло не снимать. Можно просто вот так вот отодвинуть. Вот те самые болты, которые нам нужно снять. Открутили. Еще один. Все, теперь можно снять выдвижной механизм. Стегиваем разъем шлейфа. Отстегиваем разъемы нижних кнопок и кнопки Home. Таким образом приподнимаем шлейф. Вот мы вытащили то, что нам нужно. Тот самый шлейф, который нам нужно поменять. Вот он. Снимаем кнопку Home. В принципе, отсюда нам больше ничего не надо. Итак, друзья, перед постановкой шлейфа я бы вам советовал проверить, работает ли он. Таким вот образом подсоединяем шлейф на экран, на плату. Пристегнули. Вставили батарейку. Смотрим. Еще раз. Чуть не законнектилась у нас батарея. Соединяем батарею. Придерживаем. Красная лампочка загорелась, вот сигнал пошел. Смотрим на экран. Появилась голограмма BlackBerry, загрузочная дорожка, то есть шлейф работает, можно смело менять. Отключаем. Итак, так, ставим, отстегиваем разъем, нижний разъем кнопки Home,
Вставляем ее. Застегнули, вставили, застегнули разъем нижних кнопок, застегнули шлейф, нижний разъем. Вставили в движной механизм, вставляем конец, который пристегивается к плате. Так, установили. Можно сразу закрутить два серых болта посередине. Далее нижнюю пластиковую планку, вот эту вот, которую мы откручивали, два черных болта ее держат. Далее два синих. Не забудьте, под стеклом у нас остались два таких же синих болта. Закручиваем их. Еще один. Ставим стекло на место. Снимаем бумажку двустороннего скотча. Это планка от старого шлейфа осталась. Так, далее ставим вторую часть выдвижного механизма, вот эту вот рамку. Установили. Закручиваем ее своими шестью золотистыми болтами золотистого цвета. Закрутили наклеечку на место. Далее устанавливаем плату. Антенна. Застегиваем коаксиальный кабель сюда вот. Завели в паз. Установили плату. Застегиваем верхний шлейф, шлейф кнопок, клавиатуры основной. В заднюю панель ставим. Батарейку, пусть телефон пока загружается.
закручиваем 6 финальных саморезов. Телефон пошел грузиться. Ставим рамку, выдвигаем телефон таким образом, надеваем вверх, далее по периметру, и два последних болта. На этом все, друзья. Всем спасибо за внимание. Телефон загружается. Включайте, проверяйте. Вот, с вами был Дов. Всем удачного дня. До свидания.